Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 11 декабря 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эльнур Байрамов. У нас прямой эфир, вещаем с Волги, из Саратова, из России. До новой исторической эпохи осталось 695 дней. Вот там нам писал под ником Дача Лентана 81 Иван. Вот отвечаем Ивану, что, в общем-то, мы на те проекты, про которые вы говорили, связанные с изучением общественного мнения, абсолютно согласны. То есть все, что от нас требуется, мы сделаем в полном объеме. То есть вы можете. Ну, мы свяжемся через электронную почту или сбросите телефон, позвоним напрямую. Давай, что там дальше, какие письма, что. Тем более, что, возможно, кто-то тоже хочет какие-то передачи делать. Ради бога, пожалуйста. Мы можем, так сказать, даже протекцию устроить. Присылайте, делайте, присылайте. Мы можем и на своем канале. Вы можете свой канал открыть. Мы будем ссылки делать на вас. Нет вопросов. То есть у нас нету такого глупого. Это наше, там, это мы. Нет. Опять же, ребята нам предложили делать соцопросы, у нас там в понравившемся видео есть ссылка. Никаких вопросов, ребята вышли, делают соцопросы, в том числе и по нашим как бы просьбам. Мы помогаем им, они помогают нам. Вопрос. Мальцев, вы смотрели видео, которое на нашем канале отмечено как понравившееся, соцопрос, в котором 100% россиян поддерживают нынешнюю власть? Я не смотрел, я так понимаю, Ильнур смотрел это. А 100% россиян поддерживают нынешнюю власть в том случае, если ты подходишь на улице и говоришь, поддерживаешь ты нынешнюю власть, конечно, ну не 100%, 99% скажут, что и поддерживают. А что же они еще скажут? Они скажут, не, мы не поддерживаем, безусловно. Если расскажи вот эту историю, ну, про то, что ты нам рассказывал про это. Как там опрос проводили, анонимный. А, да, про соцопрос. Ребят, ну там посмотрите видео, пожалуйста. У нас время 22:41. Нет, ты говоришь про соцопрос, ты не про этот соцопрос. Ты мне рассказывал историю, что пришли в одну контору, не будем называть. Угу. Анонимный соцопрос. Ну ты же мне рассказывал. Да. Все, да. У нас к бюджетникам приходят сейчас в разные абсолютно учреждения бюджетной сферы. И перед выборами задают анкетирование. Оно, конечно, анонимное, ну и вопросы такие. Там, любите ли вы там Вову, власть, все ли у вас хорошо, все ли вас устраивает. Конечно, там узкий маленький коллектив, где 4, где 5 человек, пишут, да, все хорошо, все нормально, потому что человек, который их приносит, вот эти анкетки, он уже их потом смотрит и помечает, где у кого какая анкетка была. А потом целый день, естественно, весь отдел обсуждают, что у нас за хуйло и что у нас за ситуация такая, что жрать скоро будет нечего. Напомню, бюджетники с ноября месяца вообще денег не получают в Саратове. Вообще. Здравствуйте. Сегодня у нас 31 марта 2016 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Ильнур Байрамов. У нас прямой эфир, вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 584 дня. Вот тут нам пишут по поводу того, что мы относимся ко всем опросам негативно, и там выйдите с камерой, там снимите, и вам люди там что-то расскажут по этой херню. Слышь, вот когда ты выходишь с камеры, люди тебе ничего никогда не расскажут, потому что у них синдром 37-го года. Они боятся тупо. Они тупо боятся. Но мы знаем, что 90% было у Каддафи, пока его в жопу не тыкнули, блядь, штыком. Да? Там я не знаю, сколько было у Саддама Хусейна, тоже под 90%. И у этого Чаушеску, у Карпатского гения тоже был 90%, и 100-тысячный митинг он собрал за 3 дня до того, как его расстреляли. Мы все это видим. В авторитарном обществе рассчитывать на то, что кто-то скажет реально то, что он думает, не нужно рассчитывать на это. Ну, скажут, может быть, 15% более-менее смелых людей или отмороженных совсем.
А те, у кого там дети, внуки и так далее, они все за. Вы только вот с ними поговорите более предметно, и вы увидите, за что они. Так что не надо, мы эту фигню вот уже давно съели, переварили и...